телеканал 5+, магазин обуви «Экко», медицинский центр «Территория здоровья», «Русское радио» и журнал «Выбирай» представляют. Команда моделей: Вера Кириенко, Ольга Прохорова, Ольга Портнова, Надежда Васильева, Лариса Петросян, Татьяна Зайцева, Анна Коновалова. Команда бизнесменов: Валерий Петров, директор сети розничных магазинов музыкальных товаров «Ля Минор», Сергей Чекушкин, директор компании «НТК», Антон Дубров, директор компании «Сириус Спецодежда», Александр Чернов, директор коучингового центра «Синергос», Павел Бирюков, руководитель проекта «Восторг в подарок», Юрий Елков, директор сети оздоровительных клубов «Акваласки», Павел Попов, директор издательского дома «НН Пресс». Всем привет! Меня зовут Ольга Норкина. Это телепроект «Большое путешествие. Семеро смелых». Наши участники ужинают и готовятся ко сну. В прошлой программе «Большое путешествие. Семеро смелых» мы познакомились с участниками проекта. Семь моделей, семь бизнесменов отправились на остров, чтобы сразиться в конкурсах и испытаниях. Счет игры на сегодня 1-1. Одно из первых заданий для участников было обменяться одним игроком. Так вот, Антон Дубров и Татьяна Зайцева теперь живут в лагерях соперников. Итак, вечер первого дня. Великолепно себя чувствую, как в фильме «Белое солнце пустыни», товарищ Сухов. У меня тут, как сказать, не гарем, а это девчонки, за которых я отвечаю. Буду охранять лагерь, чтобы ни один мужчина сюда близко не подходил. Ответственный я, товарищ. Думаю, что все будет в порядке. Сейчас уже курочка готова будет, суп там такой наваристый. У девочек на ужин сегодня суп. Чем больше вы смотрите проект, тем больше, наверное, удивляетесь, сколько даров цивилизации привезли с собой участники. Например, за все время проекта модели практически ни разу не готовили на костре. Так нормально, все на костре. Ты только тут потом дорисуешь, что здесь огонь такой, ну, костер стоит. Бизнесмены напротив готовили только на костре, они тоже отличились от типичных туристов. Вы только посмотрите, как мужчины добывали дрова. Береза сама по себе уже сухая, готовы лучшие дрова из березы, горит хорошо, дает хороший жар. Мы сейчас при помощи бензопилы и веревки заготавливаем дрова на весь валим. Сезон. Да, варим дерево. Let's повал! Мы распилим его, доставим в лагерь. Мяса не хватает. Ай, смотри, кошмар. Дорогой, какое здесь мясо. Ой, там вот три бульон. Смотри, бульон внутри, можешь выпить. На! Пошел замечательно, буря эмоций, все очень нравится. Я, конечно, ожидала немножко другого, думала, тут будет скучно. Ну, конкурсы. На самом деле не сложно, очень весело. И мне только нравится. Я тут видела, поползали змеи. Надеюсь, больше их не встречу. На ужин у нас, как сказать вам? Да, куриный суп, как бы щи. Сегодня готовила Вера. У нас шеф-повар, да. Вот, приготовил очень вкусно, безумно просто. Еще на природе, еще к тому же все так сытно. Бульончик наконец-то после сухомятки. Я безумно довольна, очень вкусный супчик. Первый раз такой суп ем, честное слово. С погоды блеск, вообще все очень хорошо. Лагерь у нас блеск. Я считаю, что мы все сделали. Свое благоустройство... Все, мы молодцы. Еще из прошлой программы вы узнали, что у девочек отобрали всю косметику, ну и что девушки недолго горевали. Нам
сказали выложить всю нашу косметику, что у нас с собой. Как бы посмотреть, просто поинтересоваться. Мы выложили, и нас как бы так шокировали, что заберут у нас все. А потом обрадовали и подарили нам косметику от Литуаль. И мы счастливы. Теперь будем пользоваться только Литуаль. Нам подарили косметику Литуаль. Это хорошая косметика, мне нравится очень. Я до этого пользовалась ей, но это вообще шикарно, конечно. Преподнесли клевый нам подарок. Такой же набор косметики достается и Татьяне Зайцевой, модели, которая отныне живет в лагере бизнесменов. Мы идем сейчас в лагерь к мальчикам. Вручается подарок Татьяне. И так аж в душе моей любовь. Браво! Браво! Слушайте, у вас так весело, я смотрю! Наверняка, да, ущемляют, щемят, не, да? Не, у меня наоборот, королева здесь сейчас чувствую. Почему-то спрятанная королева. Я не понял, Понятно. Намучили. Тихо. Тань, косметической парфюмированной. Салонов Литуаль дарит тебе подарок. Мы хотим, чтобы ты была красавицей и королевой на самом деле на этом берегу. Антон, тебе наскучит с нами, скучно? Парень, я могу пойти туда, туда, сюда, если скучно будет. Еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. Судьба хранит меня. Ребят, вот и закончился первый день наших соревнований. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот кто был огорчен, кто был расстроен, а может быть наоборот, кому-то что-то понравилось? Мы в кругу добрых, прекрасных людей, мне кажется, все находят общий язык, шутят, и настроение такое дружелюбно-вражеское, на самом деле. У нас есть Надежда, которая много говорит, постоянно всегда всех забивает, а у нас есть Сергей. И что? Так, Паша. Сейчас команда в полном сборе. Я хочу на завтрашний день, чтобы каждый из команд назначил человека-будильника. Это единственный человек, который разбудит завтра в... Это секрет. Во сколько? Девочки, вы выбрали? Да, Лариса у нас будет. Лариса. Да. Похлопали, Ларис. То есть вы все за Юру. Мы за Юру. Да. Хлопаем, Юре. За ваш полный. Сам назвался Груздем. Дорогие мои, выбраны капитаны команд, человеки-будильники. Это Лариса, Юра. Сейчас я вас очень прошу взять факелы в руки и разойтись спать. Как бы это тоскливо не звучало из моих уст. До свидания. До завтра. А я нашел другую. Хоть не люблю, но...
тебе вспоминаю. Завтра я буду дома. Завтра я буду пьяный. Смотрите после рекламы «Утро первого дня». Кто ты такой? Мир. Живой или косой? У меня просто подушка сдулась. Шея болит. Я больше спать не могу. Глазки нормальные? Не переключайте.